Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Линка Геймы. Но напоминаю, что видео про динозавров у нас выходит на другом канале Jurassic World.ru. Ссылочка, в общем-то, в описании и в разделе каналы, подписаться, короче, ссылочки везде стоят. Так что не забывайте, переходите, там видео выходит про динозавров намного чаще. Так, и у нас сейчас тут, наверное, будет турнир Белая Мгла, скорее всего. У нас здесь 4 битвы, и сейчас будем сюда идти бодаться. 1700, блин, они крепкие это ребята. 1700, это если пополам поделить, 900 примерно. Сила удара будет в 900. Арктодус у нас тут есть. Арктодус. Блин, ну они чертовски живучие. Очень мощные это ребята. Даже вот и не знаю, кем нам пойти. И вообще мы 4 боя тут затащим с такими-то раскладами. Вот даже не уверен, что мы вот этими вот ребятами затащим. Ну посмотрим, смотря сколько баллов мы сможем насобирать. Вот сейчас. Так, ну кабаны это дикие звери. Вообще ужасные адские кабаны. И очень агрессивные. Так, ну давай только не на один атакуй. Ну, я думаю, он в защиту хотя бы один поставит, да. Ну и мы себе хотя бы один поставим, чтобы не остаться с голой задницей. 4 балла, атака на... Давай все 4. На 3, ну, тоже неплохо. Бэ. Окочурился. Так, нужно атаковать на 3, еще и защититься нужно. Вот это, конечно, беда. Раз, два, три и раз, два... Блин, 3 надо минимум поставить в защиту. А то и 4, блин. Вот реально он может меня пробить сейчас. Если атакуют на 2, то я-то не выживу. Ай-яй-яй. Вот он меня сейчас на пятерочку и протачит. Не, на 4. Блин, реально фартануло. На 4 проатаковал. Раз, два, 4500 он покойник. 3 и 3 в перенос. Так, ну довольно быстрый бой получился. Я думаю, там вот этот бронт какой-то. А у Интотери... нам не помешает носорожек такой. Да, атакуем по полной. Лютый зверь. Так, ну первый бой, если остальные будут бои тоже какие-то такие однообразные по команде, то мы справимся. А если они будут разношерстные, то... То может и не получиться. 4 боя все-таки. Это вам не 3, как было раньше. А, так. Вот такие вот дела, да? Давай, блин, прикольно. Маматерий 30-й уступает Бронту. Обычный, типа, виповский, легендарный, мощнее гибрида. Ну, на 40-м левеле. Это прикольно. Так, он подменится. Он подменится. Хотя нам надо первого, наверное, такого, типа, в жертву кого принести, условно говоря. Потом он подменится. И мы, в принципе, сможем... Ну, вот слабовато. Вот так вот как-то. Пойти. Давайте. Попробуем так. Я думаю, он сразу подменится. Гигантский гиенодон. Для кого-то он мне напоминает. Полторушку. Вот тут два удара и хана, конечно.
Но у нас уже есть 3 балла, это очень хорошо. Попробуем кусочек откусить от него. Да, 4300 уже лучше, чем 5000 жизни. У него 5, атака. Давай на все 5, пожалуйста. На 4. Вот у них какая-то есть странная черта, да? Они атакуют не на полную. Но Бронт такой сильный, очень странно. Почему Бронта сделали таким сильным, это странно. Ну, не захотел я его сохранять, я лучше Индрика Цера сохраню. У него жизни побольше. Ну, на 3 пробьет, на 2 нет. Не захотел, ну давайте вот так вот. Пробиваем. Отлично. Дыдыш. Боднули его немножко, ну и Геонодона мы тоже сейчас порвем. У него было 7 баллов, но его никак не спасет. Самое тяжелое млекопитающее его растопчет. Ну, это гибрид, но даже если был бы не гибрид, а сам Индрикотерий 15 тонн, это круче любого слона и мамонта. Так, ну эту территорию мы уже почти всю расчистили, кстати, может я ее не показал. Так. Бой номер 3. Во-во-во-во-во. Пошла уже тут разношерстная команда. Блин, а я не все чертовски крепкие, ребята. Ну вот, вот у нас тут, в принципе, шестерка, да, из них надо выбирать, получается. Так. Если я первого возьму пещерного, то он подменится. Ну, в смысле, если первого взять... Блин, а вот мамонт есть. Первый мамонт. Блин, но ему на самом деле подменяться-то особо даже смысла нету. Так, против него теперь нужен... Ну, у него не так уж много жизни. И получается у нас какой будет порядок? Будет пещерного, мы пробьем маматерием, потом будет идти вот этот парень. Конечно, нехорошо. Ну, давайте будем пытаться. Давайте, наверное, откусим кусок сразу. Если он проатакует нас на 2, это будет довольно хорошо. Нет, он не атакует, он сменился. И атакует на 1. Это, конечно, нехорошо. Мне придется сейчас 2 в защиту ставить. Но все по плану, в принципе. Все так, как я... Вот сейчас он проатакует опять же. У него будет сколько, наверное, 5? Не, 4. Проатакует сейчас, не дай боже, на 3. На все 4, отлично. Ну, я думаю, тогда у нас уже все получилось. Раз он так проатаковал. Так, а вот теперь, чтобы нам... Наверное, давайте подменимся все-таки. Вот так вот, потому что, чтобы вот тот олень против нас был слаб, чтобы ему нужно было вот еще раз подмениться. Вот я думаю, он сейчас еще раз подменится. Синоцератопсом его назвать. Вот, у него сейчас осталось всего лишь 1 балл на нас атаковать. Ну, давайте вот еще раз сделаем вот так. Блин, выжил. Обидно-то как. 5, насколько протачит. Так, мы походу слились, сольемся сейчас.
Блин, у меня 2 балла осталось. У него осталось, ё-моё, 2 балла. Не знаю вообще, выживу я или нет. Если бы я 2 поставил, я бы выжил. А так, сколько у него атака? 780. Он, блин, он сможет нас пробить. Блин, пробьет таки. Ну, на тоненького, но ему, думаю, хватит. 5 баллов, да, хватит. Блин, а вот 1 балл буквально решил судьбу. Буквально 1 балл. Так, а вот теперь вот печально, ребята. Потому что на четвертый бой нам не хватит кем посражаться. Не хватит нам кем сражаться. Ну, допустим, если... Опять та же картина. Если он подменится, пойдет Бронт. И вот так. Хотя, расклад тоже не из лучших. Ладно, давайте не будем атаковать. Побольше баллов насобираем. Ах ты, ё-моё! Вот этого я не рассчитал, что он пробьет нас за один удар. Два, два, два. Атака на один. Так, ну, я думаю, разберемся. На все 4. Ху-ху, блин, очень странно, да, этот бой нам дался очень легко. Очень легко, хотя команда я была не сильнее. Но так, так интереснее, да. Все-таки два снежных существа решают вопросы. Очень легко, блин, ну вот в такой комбинации. Ну, шансов ноль у него. И с гигантским запасом мы тут все прошли. Ну, опять же, ну вот на следующий бой нам просто не хватит, скорее всего. Ну давайте хоть поглядим, что нас там ожидает. О, ну на самом деле не так уж и сложно. Вот так, если он подменится, может получиться, ребята. Будет прикольно, если это сейчас будет легкий бой. Сменится. О, отлично, он нас за один удар не пробивает. Ну давай, да, мы его пробили. В принципе, дальше нам Геннадона принесем в жертву и Дедикуром пробьем всех остальных. Ну этот атакует на 2 всего лишь. И потому я не буду атаковать Арктодуса Геннадоном. Я просто сейчас 4 балла вот сюда. Ну это хорошо, что Арктодуса, это медведь-тираннозавр, я делал про него выпуск. Ребята, можете на канале найти, если вдруг не видели.
познавательное видео было, так что можете про него прочитать. Медведь-тиранозавр, загуглите, короче, или на ютубе на моем прям поищите, найдете видос про него. 8 баллов, это тебя не спасет. Сумчатый тигр. Сейчас его съест Пантохус. Панохтус по кличке Пантохус, я его дедикуром назвал, ну ладно. Вообще легкотня получилась. Последние два сражения как по маслу зашли. Я прям даже не ожидал. Так, крутись, вертись, рулетка, суперприз нам попадись. Ну, суперзавр. Будем считать, что это был наш суперприз. Вот такие вот дела, в общем-то, ребятки. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.